мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось согнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.